курсе, да, что судебное заседание снимать только разрешение судьи? В курсе. В курсе, да? Конечно. Ну, в случае нарушения... Накажите. Может быть, в отношении вас могут быть составлены судебный материал. Блин, боюсь уже. Нет, это понятно, что вы ничего не боитесь, но я вас предупредил. Да можете галочку поставить. Дело было так. Заявление ходатайства имеется у вас до начала рассмотрения дела? Да, имеется. Слушайте, пожалуйста. Уважаемый суд, хотел бы обратить внимание, что иск подан. Мы еще, кстати, не ознакомились с этим иском, не получали его. На сайте никакой информации нету. Насколько я так понял, нам позвонил некий человек, вроде как секретарь, и заявил о том, что якобы есть какая-то телефонограмма о том, что мой доверитель извещен о судебном заседании. Ну, вот, скажем так, вот пришли вот ни с чем, как говорится. Понятно, что будем ознакомиться с материалами дела. Но вопрос сейчас не в этом. Денис Анатольевич прописан по такому адресу, который относится к мировому участку номер 5. Поэтому я исхожу из того, что иск подан с нарушением территориальной подсудности, и прошу, ну, я так понимаю, дело либо передать, либо, ну, поскольку иск уже принят, дело передать по подсудности. На рассмотрение по подсудности? Конечно, да. Дальше мы там уже ознакомимся с материалами дела. Ну, очевидно, мы заявим встречный иск, и в конечном итоге дело попадет в Ленинский районный суд. То есть, правильно понимаю, на настоящий момент у вас имеется только ходатайство о передаче дела по подсудности по месту жительства ответчика на судебный участок номер 5. Да. Хорошо. Денис Анатольевич, вы поддерживаете ходатайство своего представителя? Поддерживаете. С исковыми требованиями вы не знакомы, я правильно понимаю? То есть и приложенные документы также не были вами получены? Ничего не получали. Хорошо. Кроме телефонного звонка секретаря, мы даже не знали о том, что судебное заседание у нас сегодня будет. То есть вам неизвестна позиция, ну я вам просто оглашу тогда, позиция истца о том, что иск подан именно на судебный участок номер 4 с учетом того, что договором займа была установлена именно договорная подсудность на судебном участке номер 4. То есть данный факт вам... даже так? Да, данный факт вам... что за истец, кто такой? Центра финанс групп, я же оглашала сейчас. Что-нибудь слышал такое? Хорошо, ходатайство понятно. Суд удаляется в совещательную комнату для разрешения ходатайства и передачи дела на рассмотрение по подсудности. Специально, чтобы ты не знал, чтобы вынести решение по твое отсутствие. Классика. Они же видят, что ты на суды ходишь. Ага, так, надо сделать так, чтобы ты не попал на суд. А подадим-ка мы в другой суд. Есть определенный порядок извещения на судебное заседание. Какая телефонограмма? О чем вы говорите? Ну, она же говорила по телефону, да? Телефонограмма. Ну, все записано. Сейчас мы это сейчас еще до этого дойдем, если сейчас не перенесут, значит, сейчас будем дальше раскручивать. Если ты думаешь, Вов, я не умею разговаривать, ну, ты ошибаешься. Вот, готовься. Как я себе веду. Против Панфиловой. Я себя здесь, в этих судебных, потому что ты мне как сказал? Ты будешь говорить сам, чтобы я тебе не мешал. Поэтому я бубну. Ну, чтобы ты лишнего не говорил, да? Да. А вот когда я тебя буду представлять, мы с тобой все обсудим, но я выступать буду. Слушай, здесь нечего ничего обсуждать. Да, здесь-то понятно. Право на видеосъемку предусмотрено и законом о полиции, и указом президента, и Конституцией Российской Федерации. И есть куча разъяснений прокуратуры на всех их сайтах, которые только возможны. Кстати, можно сделать запрос, является ли это режимным объектом. Вот нет, отдел полиции запрос... является режимным объектом. Определенные помещения. Холл не является. Вот где ты заходишь, там не является. Является только оружейная комната и туда, куда ты приходишь, ну, беседовать, да, там личный прием, это тоже помещение не является. Но на момент, когда ты туда проходишь, ну, там по коридорам идешь, там тому подобное, да, ты камеру выключаешь, ну, либо, ну, делаешь так, чтобы как бы не фиксировалось. Вот. Но если ты уже приходишь на личный прием, ты можешь в открытую вести видеофиксацию, беседы, как бы, это абсолютно законно. Смотри, я смотрел какое-то видео очень давно, причем тоже им запрещали съемку, они взяли официальный из МВД ответ, что полиция, ни один полицейский участок, да, вот, отдел полиции, не является режимом. Везде можно вести съемку, кроме там, где камеры, ну, сидят там подсудимые, да, подозреваемые, там задержанные. Вот там нельзя снимать. И комната... Тебе еще раз говорю, значит, вот когда ты заходишь в полицию, вот это вот место, где человек находится, куда доступ беспрепятственный,
это не является режимным объектом, делай, что хочешь, снимай, фотографируй, вот. Но когда тебя уже проводят, ну, там, где ключиком они там, ну, вход просто так не пройдешь, вот когда ты заходишь уже внутрь, да, там ты выключаешь видеосъемку, но когда тебя заводят в какой-то кабинет для того, чтобы беседовать, да, там ты спокойно можешь включать. Это разъяснение на сайте прокуратуры, ну, есть, все да? это есть, ну, конечно. Понятно. Отдел полиции является режимным объектом, но не в том понимании, что он полностью весь отдел полиции, а конкретные помещения. Угу. Так вот, условно говоря, вот ту дверь, там же ты когда заходишь туда, ты даже там тебя в журнале заполняют, что вот там паспорт показываешь, все. С этого момента, когда тебе туда заходишь, ты выключаешь видеозапись, но когда ты уже приходишь на место, там в кабинет следователя, там кабинет начальнику и так далее, все спокойненько, располагайся, все ставишь. Она тебе, ну, должна, следователь или там начальник, обеспечить возможность, чтобы ты фиксировал данный разговор, данную беседу. Это прям так оговорено, что как бы вот эти помещения, где производится беседа, оно не является режимным объектом. Я же оттуда не могу просто так сам выйти. То есть я должен туда с сопровождением зайти и сопровождением выйти. И все это через журнал у них фиксируется. То есть отдел полиции – это режимный объект. Но не надо путать, есть места, где не может быть запрещена видеосъемка. То есть та табличка, которая висит, да, она не распространяется на холл и тому подобное. Я когда заходил во всех случаях, они говорят, ну коридор не снимайте. Я говорю, да, без проблем, нет, коридор ваш вообще не нужен. Домофонов даже не было, 99-й год. Ну домофоны-то не были, да. Значит, по-любому еще это было. Поставили бояться нас. Он как вас досматривали на улице. Да что, сейчас уже не досматривали. А, уже не досматривали? И в будни уже я просто заходил как-то, ну, дверь открыта без всяких домофонов. А в субботу, вот когда мы заходили, там, ну, закрываются они. Но уже не досматривают на улице. Не, ну это позор, ты что? Ну, видимо, наказали, да, за это? Да что-то бред какой-то. Ну, запусти ты внутрь, там обыски. Что на улице-то делать? Это вообще, конечно. Слушай, если так долго, наверное, судья вносит определение какое-то, да? А, она в любом случае должна быть. Денис, ей проще передать. Ну, я тоже так думаю. Если она сейчас откажет, я ей поясню, ну, сделаю возражение, что в связи с тем, что данное условие, если оно даже в договоре прописано, оно является ничтожным, потому что оно нарушает, ущемляет права потребителей. На данный договор распространяется законодательство о защите прав потребителей. Вов, ты что такой усталый? Тебя замотали? Устал я, устал. Спать хочу. Год назад такой живчик был. Поэтому в этот в сервис пойдем вдвоем, чисто для того, чтобы просто рядом кто-то стоял. Да, я понял. Во сколько? Завтра? Ну, посмотрим, после беседы с начальником, завтра будет с начальником побеседуем, а позвонишь, потом видно будет. Заранее, Вова. Если спонтанно, то хотя бы за час. Платно за два. Да, да. Да? Хорошо. Может, вы оттуда сразу соберетесь заехать? Нет, туда надо отдельно идти, конкретно выцеплять руководителя и с ним беседовать. Что за товарищи, которые от них приходят на квартиры и начинают там что-то творить. Вообще, чтобы он заявил вообще статус их организации какой. У них есть свои мастера. Почему люди обращаются к ним, а приходят на квартиру какие-то самозанятые. Без опыта, без знаний, без ничего. И занимаются, ну, мошенничеством. Умышленно выводит из строя технику и потом начинает вымогать деньги на ремонт того-то, того-то, того-то. Ремонтируют заведомо исправные детали. Если еще и ремонтируют. Может быть, они просто их снимают, походят, ну, с ними, погуляют, да, потом мы вам принесли, сделали. Если тот по холодильникам ремонтник говорил, что даже не приносили. Ну, если ты предпоследний ролик слушал, то вот женщина там рассказывала о том, что так у нее полностью все работало. Единственное, у нее лед появлялся во втором отделении, в холодильном. Ну, потому что канал забился, влаги, конденсат никуда не уходил, канал, и оно все там это. Надо просто было разморозить холодильник, протереть все, мусор убрать, и все и бы вот работало. И вот эту трубку прочистить, и все? Ну, это... Где слив вот этого дренажа, короче.
Вот. Там девушка начала имитировать какую-то работу, расковыряла сзади холодильник, начала что-то там паять, непонятно что паять, угробила компрессор. Обалдеть. Короче, угробила холодильник. Еще и бабки поимела с человека. Причем сумму-то такую нехилую. 5000 предоплата, 5000 за компрессор, 12000, да, 17000 она еще заплатила за что? Ну, за ремонт и за все. Ну, короче, там получается сколько? 27. 27, да, ну, что-то такое. Ну. Да, обалдеть. Так и месяц она мозг выносила, потому что оно приходило, что-то там имитировал якобы закачивать фреон. Ну, любой человек понимает, что если есть утечка фреона, ну, теоретически, да, не надо ее каждый день закачивать. Надо просто найти причину. Ну, там просто не было никакой утечки, там совсем другая причина. И там какой-то довод о том, что какие-то капилляры забились. Фреон забил капилляры. Фреон, фреон, это газ. Газ забил капилляры какие-то. Не, ну если есть утечка, ты не сможешь даже элементарно закачать. Если бы была утечка фреона, он бы не морозил вообще. Он вообще бы не работал. Он бы гудел бы, а холода бы не было. А так как морозилка полностью работала, и лед появлялся, то явно там фреон был. Это я морозилку чистил и случайно ножом ударил, пробил. И у меня этот фреон такой напором таким. И все. Да, ну, там качай, не качай. Сам факт, что приходит ремонтировать холодильник девушка, уже как-то не настораживает. Ну и возраст, наверное, еще, да, молодая? Ну, вроде как 30, больше 30 лет. Это ты с ней разговаривал по телефону? Когда она услышала Мамаев Владимир Владимирович, сказал, да? Не, они все ж мониторят, все, они же в курсе. Все. Ну ты, я один раз позвонил, они молчали в трубку, я слышу, там дышат такие, все, ну... нервничают. Потом все-таки решил ответить. Я уже начал с ней разговаривать. И там на заднем плане кто-то там ей подсказывал, типа, говори, не говори. Так что... А, до свидания. А я говорю, они сейчас, может быть, сейчас что-то будут поаккуратнее, может быть, с этими... Вряд ли. Хотя, да. С учетом того, что их менты крышуют, им вообще бояться нечего. Мы, скорее всего, мента посадим, чем их. Потому что лучше какого-то мента они скинуть на съедение, чем потеряют такой бизнес, такую крышу и тому подобное. Не могу вспомнить вот фильм «Полицейский с Рублевки», там он что-то говорил, если бы они, говорит, этот, менты бы, мы бы менты их крышевали, то есть они крышуют все. Так сейчас все крышуется, да. У нас сейчас нету бандитов, как в 90-е годы. Сейчас рынок давно уже поделен. Не то, что поделен, он просто принадлежит определенным товарищам в погонах, вот и все. Да. И ты правильно сказал, что они перестали бояться. Они раньше хоть видео боялись. Ничего не боятся. Ничего не боятся. Это насколько... Опасаются, скажем так, опасаются. Если бы не боялись, иск бы на меня не подавали. Ну, опасаются, но того трепета, который был когда-то, уже нет. Посмотрим, чем это все закончится. Все зависит от того, как начальник себя будет вести. Если он завтра начнет выкабениваться, ну, все понятно. А если он начнет себя нормально вести, скажет, да, там, допустим, Владимир Владимирович, там, моя доверительница, там, Анна, там, то-то-то-то. Я разберусь, накажу. И накажет. Новый начальник, может быть, и так и будет. Да, да, да. Тогда, да, тогда как бы ему медаль на шею, и говорится, ну. Ну, сам факт, что мы не можем получить ответ по нашему заявлению, уже третий месяц идет, понимаешь? Заявление по существу не рассмотрено. УПК устанавливает определенные сроки на вот эту... доследственную проверку. Я у тебя комментарий писал, зачем нужны опера, то есть отдел дознания, да, если занимается участковый. Помнишь, когда на меня напали? Да я помню. Занимался кто? Участковый. И они закрыли, они прекратили. Денис, по этой статье, по этой части этой статьи не имеют права даже дознаватели заниматься. Этим должен заниматься следователь предварительного следствия.
ну, дознавательные это опера, они как раз, следователь, он по большей части сидит, ну, он дает распоряжение. Ну вот он должен дать этим оперативщикам провести такие-то оперативные мероприятия. Ну вот я об этом говорю, что опера уже роют землю. Но этого нет. Дают участковому, значит, все, забудьте, не будет никогда ничего делаться. Участкового и так работы хватает и без вас. Ваш холодильник еще интересный ему. Может быть, сходит когда-нибудь через полгода. И то не факт. Это удивительно, что он хотя бы взял одно объяснение с этого Галимова. Мимо шел. Ну, наверное, да, случайно как-то. Да, да. То отказной бы сделал вообще без какого-либо рассмотрения. Нет, Вов, это все понятно, что когда дается участковому, это все. То есть тебе прям говорит, идите, ребята, лесом. А вы не понимаете, почему приходите, что-то хотите. Он говорит, будет смотреть участковый, не переживайте, когда-нибудь может быть. Ты прикинь, что этот говорит такой, Ивкин или как его, что вы к нам ходите в выходные дни? Тут у тебя график висит выходной, день у тебя приемный день. Говорит, что вы приперлись в субботу? Ну вообще молодец такой. Мне больше понравилось, когда вот, вот с этим же разговаривал. Он говорит, мне вот вчера попало случайно. Вот если бы не попало, я бы сегодня вообще с вами не разговаривал. Дорогой, тебе люди приходят, ты прекрасно знаешь, о чем будет беседа. Да. Так ты должен подготовиться. Так он говорит, я здесь ни при чем, это к участковому начальнику участковых. А начальник участковых скажет, а я здесь ни при чем, это к участковому. Все ни при чем, вообще все ни при чем. Стрелочник виноват. Причем такой вот бред тут. Вообще во всем. Подали иски, отдают, идите в мировой участок. Хотя уже суды были в районных судах, да, судебные заседания. Уже выигранные причем. Вов, что они делают? Они с нами что-то делают. Вернее, может, они думают, что они с нами что-то делают, либо пытаются. Потому что я уже, понимаешь, я уже начинаю злиться. Вот когда я тебе говорю, что я тебе буду представлять, и я буду говорить, а не молчать, вот так сидеть. Да, Владимир Владимирович все скажет. Нет, Вова. Я тебе говорю, ты послушаешь, как я общаюсь. Так приди в суд, приди к этой судье, которая вынесла это определение. Это через приемную, через пристав, скажи. Вот иду к такому-то судье. Все. И приди, устрой скандал. Я подойду, все тоже это зафиксирую. Скандал. Они не боятся, потому что нету скандала. А им нужен такой скандал, чтобы председатель суда прибежал. Что это такое? Здесь не надо знаний законов, ничего. Это просто злоупотребление. Yeah. Вчера судья точно такой же иск рассмотрел и вынесла решение в нашу пользу. А сегодня судья соседнего кабинета выносит вернуть без рассмотрения. Что это такое? Надо сходить тогда, может, завтра. Конечно, надо прийти и сказать, что такое, давай вот, мы тебя принесли, возбуждай, там, я знаю, что хочешь делай, отменяй свое постановление. Вообще, какое основание возвращать исковое заявление? Какое основание? Я говорю, потому что я устал от этого всего, я смотрю, беспредел твое, видео твое, вот этот беспредел. Они уже меня просто вводят в состояние юриста. Все, вот это... Информация все, мыканье, пыканье. Потому что они думают, все, мы отписку сделали, он пускай идет обжалует, это еще месяца на два, это пока он подаст частную жалобу, пока мы это делаем. Какой на два месяца? Полгода. И через полгода в итоге будем рассматривать исковое заявление. А может он к этому времени уже скажет, плюнет, да нафиг мне это надо. А вот чтобы этого не было, надо сразу прийти и сразу мозги разодрать, просто заснять это все на видео и выложить в интернет, да, сказать, вот да, посмотрите, кто... Мне плевать, послушай меня, мне плевать на вот этот их штраф, даже если они там какую-то вынесут 500 рублей штрафа за видеосъемку. Во-первых, эта видеосъемка не просто так, а это фиксация именно незаконных действий судьи. Они могут запрещать, могут не запрещать. Судья, который будет запрещать видеосъемку, если я фиксирую ее незаконные действия, она тем самым будет совершать уже неправомерные действия. Потому что здесь не просто фиксация там, какого-то судебного заседания или еще что-то, а фиксация конкретного правонарушения. То есть сбор доказательств для квалификационной коллегии, для подачи частной жалобы, что вот судья себя так ведет. То есть она не просто выносит незаконное определение, а заведомо незаконное определение. Потому что есть разница между заведомо незаконным и незаконным. Потому что заведомо незаконное, это когда судья знает, что он нарушает закон.
Причем обе судьи так сделали. Это, ну, может быть, по распоряжению председателя суда? Да, да, да. Видите, что подпись не моя, думают, а ладно, да. Так. Они ко всем так относятся. Это не то, что к тебе, ко мне, ко всем. Они так не относятся, только знаешь к кому? К тем, кто у них уже, там сказать, ну, в друзьях. Так, ну. Приходит адвокат Чебыкин, Николай Васильевич. Хороший адвокат, я ничего против него не имею. Просто говорит, нам, ну, экспертиза. Ну, ходатайство заявлять не буду. И Маслова берет, назначает экспертизу за счет федерального бюджета. А я в другом судебном заседании там что угодно говорю, и мне в итоге говорят, а зачем? А зачем назначать экспертизу? У нас же есть в деле там вот такая оценка, такая оценка. Две разные оценки, вот выясняется, если смотрел мой из последних роликов там по ДТП. Угу. Ни с того ни с сего такой, опачки, а что-то как-то тут совсем не то. И уже на стадии, когда мы окончили рассмотрение, ну, исследование материалов дела, когда я начал говорить, он понял, что в какой-то фигне находится. Бегал, видать, звонил другим судьям, в другой суд, и вышел такой, и начал говорить, типа, а вы знаете, что на вас иск еще подан? Откуда он может это знать? Это значит, он созванился, там уже что-то там консультировался. В итоге ему ничего не оставалось сделать, как отложить рассмотрение. Даже не отложить, а сделать очередной перерыв. Угу. Третий перерыв. Да, я смотрел. Третий перерыв, это что-то вообще, да, с чем-то. А где же наш судья? Он консультируется. Ну, думаю, что да. Они все консультируются, я тебе говорю. То, что два судьи одновременно вынесли определение о возврате твоих двух исковых заявлениях, это очевидно согласованная акция. Очевидно. Даже если теоретически предположить, что одна судья, ну, прямо скажу, вступила, да, теоретически это может быть возможно, там 0,1%, но два судьи вступили, этого не бывает. Это целенаправленное было вынесено решение не в твою пользу для того, чтобы воспрепятствовать правосудию. Ну, мы их накажем. Конечно. Чтобы ты пыль начал глотать, понимаешь, да. Бегая по кабинетам. Нет, тебе говорю, они видят, роликов нету, общих роликов. Они думают, мы разругались, как это было, да? Денис, не хватит, да, педалировать эту тему. Причем, да, здесь я тебе это? Говорю, во. Да, да, не смеши меня. Тебя боятся. То есть ты подавал что-то, тебя все принимают. Они ничего не боятся, я говорю, они максимум чего боятся, это обнародование. Все. Ничего они не боятся, Денис. Ну, тогда обнародуем. Они не, как они, чему меня бояться могут? Чего? Так, да им плевать на меня. Нет. Они боятся только те видео, которые я выкладываю. Они боятся тебе отказать, что ты придешь к ним. Они думают, что я не приду. Я не, ну это да. Такой. Потому что они знают мой характер, они знают, что я, если мне что-то надо, я беру, да, и беру. Ну, это мне у меня такое масло сидит, такой, и ответить ничего не может, судье, там все Мамаев за него говорит. Нюня какая-то сидит, понимаешь? Угу. Они думают, а мы ему откажем, да и все, и не будет ничего. Как у меня дядя говорил, не все на витрине, что в магазине. Ага. На вывеску не надо смотреть. Нас не надо злить, да? А как фамилия этих судей? Я что-то, вот, по-моему, я с ними не сталкивался. Нет, не сталкивались ни разу. Не помню. Просто зачем они себя так, какой смысл их себя так вести? Все равно, так или иначе, они понимают, что дело выйдет на меня, и все равно... Ну, а вдруг не выйдет. Ну, посмотрим. Ну, хотя в заявлениях ты же все равно написан как представитель. Мы можем, смотри, мы можем сходить именно на председателя. Да. Понятно, что председатель скажет о том, что я как бы не рассматриваю это, есть установленный порядок, обращайтесь с частной жалобой в суд, обжалуйте, т.т. Да, кстати, сроки там не упусти, там сроки есть на обжалование. Ну, на днях сходим, чем упустим. Не, я имею в виду, не, ну, частную жалобу-то в любом случае надо подать. Даже если там что-то отменится, все равно частную жалобу должны вынести, и потом уже на основании определения областного суда нужно будет написать соответствующее обращение в, ну, в Следственный комитет. Ну, это просто, чтобы поддергать их в квалификационную коллегию судей. Чтобы, понимаешь, они, вот эти судьи, все равно им неприятно, потому что все вот эти жалобы, все вот эти отказные, если оно будет нормально, ну, фиксироваться,
оно будет находиться у них в личном деле. И потом это сыграет для них очень злую шутку. То есть они все равно не заинтересованы, чтобы вот против них вот этот негатив собирался. Поэтому надо довести до конца, до логического, чтобы от нас поступила жалоба, поступило заявление о совершении преступления. Не важно, что будет отказной материал, важно, что оно будет уже там лежать. Одна жалоба, вторая, третья, а потом наступит дата X, когда будут рассматривать, ага, продлевать ей полномочия или нет, там, какой поступок она совершит. И вот это может сыграть очень существенную роль, что ее просто пинком выпнут и все. Да. Самое интересное, вот любая бумажка, так или иначе, ты даже можешь не знать, что она на тебя есть, она в деле будет храниться десятилетиями. И потом, говорю, через 10 лет она всплывет. Перед пенсией, тому угодно. Просто я говорю, вот, допустим, я там где-то работал, да, и потом там в суд затребуем какие-то документы, там такие заявления всплывают, там что угодно, там 20-летней давности я, допустим, что-то писал, все это сохранилось, все это есть. Ничего себе. Поэтому так же и на суде надо это все. Не стесняться писать. Просто времени больше уделять. Они просто думают, да что, он понимает, он не дурачок, он знает, что обжаловать в областной суд гораздо дольше и длиннее, поэтому он, скорее всего, напишет исковое заявление мировому судью, там его опять прокинут, и, знаешь, ну и что же примерно просчитывать, что будет. Слушай, а мы заново не можем подать? Только как бы не от меня, а от тебя те же самые иски. Так и ты можешь подать. Ну, имею в виду без. Ну, частную жалобу, понятно, это отдельно. Просто заново подать. Ну, подать можно, но там они уже будут ссылаться на то, что было аналогичное исковое заявление было подано, было вынесено определение, типа обжалуйте. Но заявление от меня было, будет, сейчас будет от тебя. Оно в любом случае будет от тебя, потому что если я его подписываю, я его подписываю как представитель. То есть я в твоем лице его подписываю, а оно все равно от тебя исходит. Нет, здесь в любом случае нужно выносить определение об отмене этих определений суда по частной жалобе, и, соответственно, она... У нас еще одно есть, которое не подано в Октябрьский суд. Мы его также будем подавать? Ну, Денис, мы иначе не можем подавать. И заодно исходим, мы подадим и спросим, вы нам также откажете? Исковое заявление, в котором указано только взыскание компенсации морального вреда, то есть нематериальное благо, то есть заявлено требование неимущественного характера, оно рассматривается в районном суде. Если бы оно, помимо этого требования, было заявлено там взыскание там какой-то конкретной суммы, там, допустим, не вернули деньги за товар и тому подобное, да, это бы было подсудно мировому судье. Нет, я про другое, смотри. До этого раза ты подавал онлайн. Угу. У тебя все принималось. И все рассматривалось, да? А, ну чисто как через онлайн можно. Нет, смотри, это нет, не имеет значения. Вот если интересно, вот я подал сейчас вручную, ну вот сам отнес. Угу. А если вот это третье, оно есть. Просто так, для интереса. Ты подашь. Интересно, оно пройдет или не пройдет? Ну, вот я думаю, пройдет. И потом будет сказать, ребята, а в чем дело? Вот это мы подали, вот, а это вот. Может, вы поменяете свои решения или будем? Она не имеет права поменять решение, потому что она его уже вынесла. Его может поменять только вышестоящий суд. Все. Все понятно. Как не может, Владимир Владимирович? Не, ты забываешь, у нас понятно, в Ленинском суде могут. Они могут даже частную жалобу в областной суд не направлять. Да, да, да. Что ж ты долго-то, а? Хотя, как вариант, принесешь им частные жалобы, может быть, она скажет, ой, я ошиблась, я невнимательно прочитала. И начнет рассматривать. Ну, так попробовать. Как бы исходя из того, что здесь такое происходило, почему бы там это не может? Ну просто представляешь, в наглую частную жалобу не направлять. То есть она вынесена. Мы же ответ даже получили от них. Да? От них самих. Денис, это пофигизм. Это безнаказанность. Ну? Может, про нас забыли? Нет? Долго уже, минут 10 нет. Это вопрос-то простой, в принципе. Что тут думать?
Может, он не сталкивался с таким никогда? Ой, Денис, ну... Сталкивался, да? Это судьи, которые имеют высшее юридическое образование. Чтобы стать судьей, нужно иметь опыт не менее 5 лет. Чтобы стать судьей районного суда, там еще наверняка кем-то работала. Прокурором. Раньше прокуроры очень хорошо переходили на судебные должности. Может, мировым судьей было до этого. Я не верю, что судьи не знают то, что знаю я. Так быть не может. Я с этим сталкиваюсь постолько, поскольку, а они с этим сталкиваются каждый день по много раз. Ну, согласись, у них уровень знаний должен быть больше, чем у любого юриста и адвоката. Даже элементарно зачитывая те же права и обязанности, просто зачитывая, они уже в голове это откладывают, оно, наверное, уже в памяти заложилось. Так же и здесь, если ты каждый день, даже ты не зная закона, это слушаешь, ты все равно их узнаешь, правильно? Сколько людей выступают? И адвокаты, и представители. А что же она там где-то ходит, бродит? Ну да, больше уже. Смотри, мы в 11 зашли. А сейчас сколько? 33 минуты. Больше получаса? То есть, ну пускай ты говорил, ну пускай даже 10 минут прошло. 25 минут. Ну, я не знаю. Ну, по логике, значит, пишет определение об передаче в другой суд. Ну, по логике. Потому что иначе просто вышло бы, отказало, да и все. И продолжаем рассматривать. Ну, по логике, да. Так может, есть, чтобы отказать, зная тебя, и она пытается как-то выдумать что-то в голове, что она отказывает в ходатайстве. Да, ты понимаешь, это чревато тем, что она вынесет решение, оно будет незаконно по определению, что не тот суд рассматривал. Это бред просто. Это называется медвежья услуга. То есть, если ты хочешь кому-то подыграть, и вынося такое решение, которое изначально подлежит отмене, то... Ну... Я не удивлюсь, если так и будет. Ну, я думаю, сейчас узнаем. Все равно, по-моему, всем. Всем на всех. Слушай, я вот вообще поражаюсь, а вот есть люди, у которых нет тебя. Нет меня. Ну вот, это страшно. Вот. Денис, ты же слушал мой, тоже из последних роликов, где мне позвонил тот чел, который раньше мне звонил. Сестренка. Ага, ну да, ты да, понимаешь, да. Ну вот как этим людям помочь? Никак. Я не могу ему посоветовать, он даже не воспринимает то, что я ему говорю. Не воспринимает, у него нету там вот этих, блядь, ячеек памяти, или куда эту информацию можно положить, понимаешь? Ты же видел, сколько я потратил энергии, сил, чтобы просто до него донести, блядь, одно слово – доказательство. Угу. Где доказательство того, что ты мне сейчас рассказал? И он так и не понял. Я уверен на 100%, он так и не понял. Они никогда не включат видеокамеру. Им просто скажут, выключи видеокамеру, они выключат. Потому что они всего боятся. Ну, да. А сотрудники полиции, они чувствуют людей, которые боятся. Ну, любой человек чувствует своего оппонента, что вот перед ним жертва, а не хищник. Угу. Со мной они не могут так разговаривать, потому что они понимают, что как бы, ну, если сейчас начнет на меня давить, он получит в ответ агрессию, и, соответственно, ну, я явно не жертва. Угу. Поэтому им помочь невозможно. Это как бы нужно с этим смириться. Это вот такие люди, которые есть. Также вот эти мошенники, они за счет чего живут? За счет того, что есть такие люди. Поверь мне, если бы все люди были хотя бы вот как я, да, чтобы так... Mm-hmm. Все, завтра бы этот бизнес бы закрылся просто. Некого было бы обманывать. Когда ко мне пришли, вот тоже, я же тоже читал отзывы там, приходят, что-то ломают, снимают. Ко мне парень зашел, молодой, где-то 23 года, не больше, наверное, если не меньше. Я говорю, ты разбираетесь в холодильнике? Да, разбираюсь. Такой. Я говорю, и не пытайтесь меня разводить. Я, в принципе, знаю, что там не работает, но сам я поменять не могу, у меня этого и нет. Это мне куда-то покупать, подойдет эта запчасть, не подойдет, значит, мне тут надо снять. Да, я блефовал.
Но за это и получил. Ну да, конечно, он с меня там за диагностику содрал, но он, правда, все почистил. Претензий нет. Пришлось и за запчасть, и за замену заплатить, и 2000 за диагностику. Но тут не придраться. Человек пролазил, все прочистил, понимаешь? А если бы я стоял, вот я не знаю, вот там, наверное, деньги не проблема, я заплачу, как обычно у нас, да? Я заплачу, вы не переживайте. Главное, сделайте. Ты мне ответь только на один вопрос. До того, как он приступил к работе, у вас цена уже была согласована? Или он тебе цифру озвучил уже после того, как ты говоришь, он там пролазил, что-то там почистил, сказал, вот диагностика 2000, то, что я тут почистил, там 3000, и вот ремонт 5000. Я уверен на 99%, что он сначала сделал работу, потом озвучил тебе цену, и ты с ней согласился. Нет, по телефону было говорено. А при чем здесь по телефону? Нет, они все говорят, мало что по телефону. Ваши цены, которые вы смотрите на сайте, они не соответствуют действительности. Вы сами в это верите, это смешно. Нужно смотреть на месте. Ну вот на месте, смотри. 1900 это за диагностику. Запчасть. Я не спрашиваю, сколько стоит, а спрашиваю, когда ты узнал об этой цене, которую тебе придется заплатить. У тебя была возможность в конце? Не было возможности. Ну, потому что ты лох, понимаешь? Да. Вот другими не словами, ты лох. Отказаться. Потому что он-то нашел причину сразу. Поэтому не надо себе в грудь стучать, не надо. Но сначала ты определяешь стоимость, а потом он приступает к работе. А и когда тебе ставят перед фактом, что с тебя столько-то денег. А мне может не устраивать. А у меня просто денег нету, может быть. Я рассчитывал на 3000, а он мне 4 просит. Ну нет, у меня 1000. Что-то 3900, по-моему, я заплатил. 2000. Ну, ты заплатил столько, сколько тебе сказали. Как тебя оценили, понимаешь? Да. Был бы подороже одет. Сказали бы подороже, понимаешь? И ты бы заплатил, потому что ты не можешь людям отказывать, понимаешь? Вот не можешь отказать. Вот девушка ходила целый месяц, она не могла ей отказать. Она не могла ей сказать, слушай, мадам, бабки верни, иди отсюда, чтобы тебя больше не видел. А еще я сейчас жалобу напишу, условно говоря, в ту организацию, от которой ты пришла. Нет, она не может этого сделать. Ну, да, ты прав, что я не могу отказать. Вот он поменял ее, 1500, это 500 рублей замена, 2000. А там дальше стал смотреть, что-то чистить, это самое, да, это... Знаешь, люди говорят о том, что у них гарантия, у них на сайте написано год гарантии. Но все мастера, которые приходят, ни один не заключает договор. Как вы потом будете втюхивать гарантию? Кто когда сделал? Ни одного чека нету, ничего нету. Но нет, это обман, это мошенничество. Нет, у нас была гарантия 2 месяца. Подписали, когда он заменил деталь, он поставил новую, абсолютно запечатанную. Вот при мне достал, в целлофановом пакете была запечатанная. Он мне показал, что она идентична. Я говорю, покажи, что это оттуда ставишь. Вот. Ну, в принципе, я не жалею, что он почистил, там действительно, он разобрал, там такой кошмар был. Вот, кстати, вот этой трубки, из-за чего морозило, пробил. Ну, там вот, ну, грязи много вышло. Поставил их на место, она была порвана, он ее соединил кусочком. Так что, в принципе, 1900 я не жалею. Так и вопрос не в том, как ты сейчас оправдываешь. Понимаешь, человеку, послушай, человеку свойственно оправдывать свои ошибки, свою глупость и тому подобное. Это психология, понимаешь? Ну, не платить, конечно. Никто никогда не признается, что он дурачок, правильно? Ну, ты мне открыл глаза, ты будешь, сейчас, что ты будешь всегда платить, говорить о том, что да нет, нормальная цена, да нет, я не лох, другими словами, понимаешь? Это психология. На этом и расчет. Да. В сути, так и есть. Я не ожидал эту цену. Я увидел, что он заменил, но то, что он полез, мне надо было сказать, парень, я тебя просил. Ну, я бы сказал, поменял, спасибо. Читай, статья такая-то, закон о защите прав потребителей. Если ты мне оказал какие-то услуги, предварительно не согласовав со мной, значит, ты мне их оказал бесплатно. Спасибо. Это твой бонус. В следующий раз буду к тебе обращаться. Да, надо было, конечно. Ну, часто видишь. Потому что если я с человеком договариваюсь на конкретную сумму, я договариваюсь на конкретную сумму. А что он уже еще сделает дополнительно, о чем его не просили, это его личные трудности. Да, я лох. Меня кинули, короче. Но я доволен. Хоть он пришел, нормально сделал. И работает. Главное, чтобы ты был доволен. И тихо работает. Он еще гудел этот, как он называется, двигатель этот. Денис, в чем дело? Я не знаю. А, надо же позвонить. Нужно позвонить секретарю. Сейчас мы узнаем. 40 минут. Ой, сколько мы уже здесь? 35 минут. Ее нет 35 минут. Сейчас мы узнаем.
Здравствуйте еще раз. Это масло Дениса Анатольевича вас беспокоит. А мы уже 35 минут судью ждем. У вас что-то происходит? Я совещаюсь. С кем совещается-то хоть? С умными людьми. Судья в совещательной комнате, ожидайте. Спасибо. Ну, хоть не хамит. Тридцать пять минут. Какой уже? Не 35. Ну да, грубо говоря, 38 минут. Судья в совещательной комнате. Вот она там находится одна. С кем она совещается? Ну, я и спросил. Это смотри, мы не можем решить обычное ходатайство, да? А что будет дальше, если она будет вести? Я прям боюсь, да. Мы тут к вечеру домой-то поедем? Да, кстати, у меня же в 15 часов суд. Ты же сказал, у тебя нет сегодня. В смысле, в 15 часов? Я же тебе еще написал, что у меня 15 часов по ДТП. Я тебе переписку покажу. Так ты посмотри переписку. Я тебе изначально написал, еще писал, что 15 часов. А, да, успеваем. Ну, после, а потом я тебе вчера позвонил и сказал. Я не знаю, что ты там. Я 10 раз одно и то же не. Я не помню. Я 10 раз одно и то же не обсуждаю. Я написал все, значит, я тебе и ссылку, по-моему, скинул на сайте. Ну вот видишь, когда планирую, ни хрена у нас не получается. Я не знаю, что там планировал. Я знаю, что у меня сегодня суд. Вопрос только в том, как долго он будет. А завтра есть? Завтра я к начальнику иду. А, ты завтра к начальнику. Вообще я спать хочу и это. Кошмар какой-то. Может, он спит тоже? Сказать, посмотрите, судья там жива вообще. Кошмар какой. Ой, боже мой. Кстати, минут через 10 перезвонитесь, еще спросите, посмотрите, может, судья спит там, случайно заснула. Сколько? Может? Ну, мало ли, может, да, может, что плохо стало человеку. Да. Ну, перепады какие. Хотя бы заглянуть там, посмотреть там. Ну, да. А, так это же вот двери, да? Угу. Совещательная комната, да, за стенкой. Точно. Нет, вот кабинет, куда мы заглядывали, а дальше комната, да? Да все это одно и то же. Капец. Понимаешь, самое интересное, почему на сайте нету никакой информации? Угу. Уже это напрягает, охрененно напрягает. Я что раз заглянул, посмотрел, нету ничего. Я ей говорю, а почему нету? Не знаю, молчу. А чтобы не фиксировать, что судья 4-го участка рассматривает, а не 5-го. Ну да, наверное. Спам на меня опять заказали в огромном количестве. Сейчас иду, да? Да, постоянно. Я просто, у меня без звука уже давно все. А что ты этим позвони? Вот сейчас в МТСе хрень, ой, вы там в Билайне ввели, что если вот эти спамы, то можно подключить бесплатную услугу, без абонентка, без всего. Она все номера отправляет на левый номер. А то тем более постоянный их клиент. Что, наверное, что-то есть. 19 декабря по уголовному делу будет апелляшка рассматриваться. Где я защитником. Детей не допустили? Угу. Областной суд будет рассматривать. А ты мою не подал к садку-то?
пишут адвокату В.В. Мамаеву. Но не допустили, но адвокат. Должны отменить, конечно, там. Ну что будет по факту, посмотрим. Ну да. Спроси, может, плохо человеку? Это масло пьет. Да, замечательно. Там, вы посмотрите, может, судье, не дай бог, плохо стало. 50 минут прошло. Что за решение принимает? Ожидайте, пожалуйста. Ну, а сколько ожидать еще можно? Что такое происходит? Опять позвонит. Что за бред-то? О, 50 минут, идем. Оглашается определение по делу номер 2-43-77, дробь 2023, 29 ноября 2023 года, город Мурманск. Суд в составе мирового судьи судебного участка номер 4 Ленинского судебного района города Мурманска Мальцевой пресс-секретаря Березиной, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску общества с ограниченной ответственностью Центра финанс групп Кмасла Денису Анатольевичу о взыскании задолженности по договору займа, установил. Общество с ограниченной ответственностью Центра финанс групп обратилось в суд с иском Кмасла Денису Анатольевичу о взыскании задолженности по договору займа. В основании заемных требований указано, что 20 июля 2022 года между истцом и ответчиком заключен договор займа, по условиям которого ответчик получил денежные средства в сумме 3390 рублей под 365% годовых, который обязался вернуть в срок до 19 августа 2022 года. Договор займа заключен сторонами посредством подписания и использования аналога собственноручной подписи. В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по возврату заемных денежных средств образовалась задолженность в сумме 8 868 рублей 3 копейки, из которых сумма основного долга 3390 рублей, проценты за пользование займом за период с 1 августа 2022 года по 21 декабря 2022 года 4840 47 рублей 70 копеек. Неустойка за период с 20 августа 2022 года по 21 декабря 2022 года 230 рублей 33 копейки. Представитель истца в судебное заседание не явился. Извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, просил рассмотрение дела в свое отсутствие. Ответчик Масло и его представитель Мамаев в судебном заседании указали на непризнание исковых требований, на заключение договора займа, просили о передаче дела на рассмотрение по подсудности по месту жительства ответчика на судебный участок номер 5 Ленинского судебного района города Мурманска. Суд, исследовав представленные материалы, приходит к следующему. В соответствии со статьей 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации иск предъявляется по месту жительства ответчика. В силу статьи 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству. Подсудность, установленная статьями 26, 27 и 30 настоящего кодекса, не может быть изменена соглашением сторон. Из приведенных норм процессуального права следует, что стороны вправе изменить соглашение между собой, установленную законом, территориальную подсудность дела до принятия судом заявления к своему производству. И такое соглашение должно быть включено в гражданско-правовой договор. При этом в силу статьи 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации соглашение об изменении территориальной подсудности действительно лишь в отношении лиц, заключивших такое соглашение и их правопреемников. Соглашение об изменении территориальной подсудности не может изменить ту подсудность, которая определена законом в отношении лица, не являющегося участником соглашения об изменении территориальной подсудности. Из материалов дела следует, что 20 июля 2022 года между истцом и ответчиком заключен договор потребительского займа. Согласно пункту 17 указанного договора, при возникновении взаимодавца к заемщику требований, касающихся исполнения нарушения и прекращения условий настоящего договора, подлежащих разрешению в суде, стороны определили договорную подсудность в соответствии со статьей 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебный участок номер 4 Ленинского судебного района города Мурманска. С учетом анализа вышеуказанных норм гражданского процессуального законодательства и позиции ответчика о незаключении 20 июля 2022 года договора займа, договорную подсудность по иску, содержащему требования кредитора, в данном случае нельзя признать согласованной, в связи с чем суд находит возможным удовлетворить ходатайство ответчика о передаче дела на рассмотрение по подсудности.
руководство статьей 33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил передать гражданское дело номер 2-4377/2023 по иску общества с ограниченной ответственностью Центра Финанс Групп к Маслу Денису Анатольевичу о взыскании задолженности по договору займа на рассмотрение по подсудности Мировому суде судебного участка номер 5 Ленинского судебного района города Мурманска. На определение может быть подана частная жалоба в Ленинский районный суд города Мурманска через мирового судью судебного участка номер 4 Ленинского судебного района города Мурманска в течение 15 дней.